Здравствуйте, с вами Наталья Лисянская, и сегодня я хочу вас познакомить с практикой, которая называется «Ритм сердца». Каждой женщине важно развивать в себе умение, переключать свое внимание внутрь себя и находиться в контакте с самой собой. И чтобы это умение выработать, сейчас мы сделаем практику. Сядьте удобно, спина прямая, руки развернуты ладошками вверх, макушка вытянута за позвоночником вверх. Закройте глаза и погрузитесь вниманием в свои внутренние ощущения. И начните отслеживать все, что происходит в вашем внутреннем пространстве. Отследите, где ваше внимание в первую очередь. У многих это голова, где обрывки фраз, песен. И вот сейчас просто примите то, что играет в вашей голове, пусть будет. Просто примите и осознайте, что так есть. Теперь вниманием опускайтесь дальше в теле, заглядывая в каждый его уголок, постепенно расслабляя его. Пусть внимание выступает уравновешивающим фактором. Пусть ваше внимание равномерно распределяется по телу. Если остались какие-то напряженные участки тела, проверьте их, перенесите в них внимание и начинайте дышать сквозь них, на выдохе расслабляя. Просто побудьте с этим какое-то время. Войдите в контакт со своим телом. Внутри более ровного состояния, сохраняя внимание в области живота, и глубже начинайте прислушиваться к биению своего сердца. Ваша задача услышать, почувствовать, как оно бьется, и начать мягко раскачивать свое тело в ритм биения сердца. Найдите эту синхронизацию и начните плавно раскачивать свое тело в ритм сердца. Чувствуйте свое внутреннее пространство, дышите спокойно и ровно. Все свое внимание погружайте глубже в тело, в область живота. Слушайте биение своего сердца и позволяйте телу раскачиваться в такт с ним. Дыхание свободное, ровное, глубокое. Тело расслаблено. Продолжаем раскачиваться, слушая себя. Постепенно начинаете замедлять движение тела. И тело перестает раскачиваться. Все ваше внимание снова внутри. Почувствуйте контакт с телом,
Почувствуйте область живота, пространство груди. Положите одну руку на живот, вторую руку на грудь и просто дышите. Дыхание ровное и спокойное. Все внимание внутри тела. Сделайте глубокий вдох и выдох с облегчением. Еще один глубокий вдох и выдох. Медленно, не спеша, откройте глаза. Побудьте с этим новым ощущением себя. Уделите себе еще несколько минут. Просто посидите или прилягте, но продолжая оставаться в контакте с собой. Я надеюсь, что эта практика подарила вам приятные ощущения, и вы будете выполнять ее регулярно. Я желаю вам счастья и обязательно учитесь находить время для себя. И будьте в контакте с собой. Счастья вам! С вами была Наталья Лисянская. Увидимся!